Социально-образовательный лагерь в техническом вузе невероятно, но факт. 6 дней детей в аудиториях НУРЭ обучали игре на музыкальных инструментах и хоровому пению. Что ж, давайте присоединяться к прекрасному. Что же такое Music Camp? Прежде всего, это международный социальный проект, который способствует развитию детей, помогает раскрыть талант каждого участника и усилить веру в собственные силы. В Харькове музыкальный лагерь проходит впервые. Проект собрал 290 детей, и 70 из них никогда не изучали музыку. Music Camp – это не только обучение музыке, это создание лаборатории социальных навыков, где они учатся коммуницировать, сотрудничать, поддерживать друг друга, вдохновлять друг друга. Это как тимбилдинг. Все инструменты подобраны так, что они способствуют тимбилдингу, сплочению команды. Например, золотые звоночки. У каждого ребенка одна нотка. Одна нотка, он не может ничего с ней сделать. Но когда их стоит 13 человек, они могут играть прекрасную музыку. Проект носит благотворительный характер. Музыкальный лагерь в Харькове бесплатный для всех детей. Кроме того, во время концерта будет проходить сбор пожертвований. Собранные деньги передадут нуждающимся в помощи детям. Все организаторы работают исключительно на волонтерской основе. То есть все действие происходит исключительно на желании людей помочь детям расти, развиваться, узнать мир, узнать себя. На самом деле здесь учат не только петь и играть на инструментах, но учатся познавать себя, понимать, что каждый ребенок талантлив. Спасибо чудесному университету, преподавателям, которые идут навстречу, понимают и помогают на самом деле, помогают нам, помогают деткам. Мне кажется, что это чудесно все. Юные музыканты разучивают вокальные произведения на английском, украинском, итальянском и латинских языках. Музыкальных инструментов представлено всего 7. Гитара, скрипка, орф, виолончель, хендчаймс и золотые колокольчики. Очень многого для себя открыла, очень много интересных выводов для себя сделала, как правильно играть там на инструментах или как петь, подавать звук. Это прикольно и это действительно интересно. Music Camp существует уже 14 лет. За это время благодаря проекту выросло целое поколение музыкальных асов. 6 лет назад Екатерина Статюк впервые пришла в лагерь в Киеве, а сегодня она учится в консерватории и является преподавателем Music Camp Харьков. В Music Camp я попробовала играть на гитаре, я не знала, что такое hand chimes, я не знала, что такое золотой колокольчик, и я не знала, что такое орф. И это все я попробовала в Music Camp. Это очень здорово, это большая возможность. То, что дети обучались музыке в техническом вузе, никого не удивило. По словам временно исполняющего обязанности ректора Эдуарда Рубина, между музыкантами и инженерами нет пропасти. И это правда. Многие студенты ХНУРЭ профессионально занимаются музыкой. Вот есть Стэнфордский университет. Чтобы поступить в него, должен, во-первых, знать язык, один иностранный язык, и играть на одном, а лучше на двух музыкальных инструментах. Так что это технический вуз. Так что это не нонсенс, к этому надо привыкать. Когда-нибудь и в наш вуз будут поступать только те, кто умеет играть на каком-нибудь инструменте. Иначе нельзя, потому что это... Значит, у человека есть, работает память, у человека работают какие-то другие чувства. Это не ботаник, сидящий за компьютером, это человек, любящий искусство. Эх, ну почему мне 11? Доказательство тому, что за 6 дней возможно научиться профессионально петь и играть, в Хатоп состоялся торжественный концерт. Юные музыканты в сопровождении симфонического оркестра исполняли на большой сцене произведения Гайдна, Баха и многие другие совсем не детские произведения. Они требуют огромного количества энергии, огромного количества дисциплины, но я отдаюсь этому всему полностью, потому что я знаю, что я хочу получить.